против социального сиротства и в защиту подрастающего поколения. Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком округе и епископ Наринмарской и Мезенской епархии подписали соглашение о сотрудничестве. Документ официально закрепляет взаимодействие сторон в создании условий для защиты детства, материнства и семейных ценностей. На встрече с Риммой Галушиной епископ Иаков напомнил, что общество должно сохранить, передать и приумножить все лучшее для наших детей, чтобы сделать их счастливыми. Спасибо, Римма Федоровна. Я очень рад этому событию. Я думаю, оно действительно знаковое, важное и очень важное, и очень существенное для жизни. Как Наринмарской епархии, самой северной епархии Русской Православной Церкви, так и нашей заполярной, суровой, но щедрой и святой земле. Согласно статистике, сегодня в округе лишь 10% воспитанников детских домов не имеют родителей. Большинство малышей – жертвы неблагополучной обстановки в семье. Над укреплением и возрождением семейных православных традиций работают священники Богоявленского храма. По выходным они проводят занятия в воскресной школе и школе юнг для мальчиков. На занятиях дети от 7 до 18 лет изучают закон Божий, церковное пение, практики выживания, историю России. Также священнослужители приходят в Ненецкую школу имени Антона Пырерки. С учащимися проводят духовно-нравственные беседы, организовывают их крещение.